Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в игру Cat Goes Fishing. Кот идет на рыбалочку. Давайте начнем потихоньку. В прошлый раз я купил себе новую удочку. У нас появилась такая шляпа. Я даже не заметил, что оказывается у нас есть еще одна шляпа. И эта шляпа дает нам дополнительный квест, судя по всему. Давайте посмотрим, есть такое дело или нет. Что-то я не понял. Максимально активный квест на один он, в общем-то, эта шляпка должна давать. Но пока я чего-то этого не вижу. Значит... А, подождите, ну я же ее даже не одел. Ладно, давайте-ка. Вперед. Вперед из песни в атаку. Так, ну... Тут по-другому быть не может. Давайте вытаскивать эту рыбку. Так, что у нас сегодня? Ну, в общем-то, у меня около 90 тысяч долларов уже. Давайте приобретем, постараемся сегодня новую лодку. Да что ж такое-то? Сколько у вас тут этих рыбок? Зато могу вытащить без проблем. Я предлагаю спуститься на глубину. А, давайте посмотрим еще, поймать алюмина. Ну да, конечно. Каталог. Люмина. Что это вообще такое? Люмина. Вот она. Я такую еще не ловил. Стоит она экзотическая рыбка. Стоит 12 тысяч. И я такую еще не видел. Давайте будем искать. Поехали. Конец. Ну, конечно же. Много-много вот рыбок почему-то тут вдруг ни с того ни с сего стало. Ну-ка давайте-ка с ракеты сейчас. Сейчас попробуем. Да что такое? Хорошее начало, да? Сколько денег я уже? Сколько я их вообще поймал уже? Тучу этих рыб. Никак не хотят меня пропускать к одну... Ух ты! Неправильно сделал. К одну меня не хотят пропускать. Негодяи. Ну-ка. Так, это мы пропускаем, это мы пропускаем. Это кто вообще был? Это не люмина, и это не люмина. И это не люмина. И это не люмина. А где же ты? А, может это светящаяся рыбка такая плавала, точно. Вот здесь вот где-то. Во-во-во, вот она может быть. Есть, ну-ка давай-ка. Сейчас посмотрим. Да, скорее всего это она и есть. Не-не-не, не кушать, не кушать, не кушать, не кушать, не кушать! Что за люди-то такие? Так, ну и кто ты? Пусть пока полежит тогда. Мы сейчас еще раз попробуем достать, выцарапать, да, похожее что-то. Иди-ка сюда. Так, нужна нам опять ракета. Так, далеко как мы плывем-то, а? Вперед. На дно, скорей. Да, вот может быть нужно было взять еще пару вот таких вот... как сказать-то? Ух ты ж, гадина какая, а? Казалось бы, да? Так резко прямо наша приплыла. Еще и хрен доберет сейчас до поверхности. Кто-нибудь сожрет, а нет. Ну, давайте пробовать еще разочек. Что ж ты за негодяй-то такой? Так, ну-ка. Не, не захотели. Все, давай-ка. Так. А ну, вот эти рыбки уже дорогие, блин, мне их жалко, если честно. Давайте их подергаем. Как раз денежка будет на ракеты. Да, то на ракет я много потратил сейчас. Ну-ка, есть. Давай-ка. Нам бы еще Калин. Боже, ну и название у рыб, а. Оно теперь у меня из головы не выходит, это название. Так.
Давайте здесь, вот, да? Потому что там все-таки сложно из-за той рыбки кого-то поймать. Из-за резвой. Давайте опять попробуем по такой же схеме. Надо было, конечно, сначала продать рыбу. Ну ладно. Приехали обратно. Давайте-ка ракету. Ключ-хук. Нет, ну большой этот крючок нам не нужен. Давай на дно. Ну да, чтобы погружалась приманка быстрее, надо, наверное, было сделать какую-то так. Так, кыш-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 кыш. Ну, гады, а? Гадины. Кругом одни гадины. Так, Сиблфин. Вот и все. Вот уже и все. Перебор. Ладно, поехали сдавать рыбу. Люмину так мне пока не удалось поймать. Ну, я думаю, поймаем. Куда она денется от нас, правильно? Есть 9000. Бонус еще за полную лодку, забитую рыбой. Это тоже хорошо. Давай. А, стоп. Ракета. Не забываем. Слушайте, а я бомбу могу? О, вот сейчас вообще. Вот сейчас мы дадим им жару. Вот сейчас попробуйте только схватите. На. Опа. Ну, такой мы еще не ловили, между прочим, рыбку. Пусть будет. На такую не жалко. Где подвох, не вижу. Почему я просто так ее тащу? Без сопротивлений. Ну да, взял и вытащил. Еще трамбл и 9000 она стоит. Ну, шикос вообще. Да таких надергать даже можно, да? И заработать кучу денег. Так, ты давай сюда. Так, теперь мне нужно... Вот здесь давайте возьмем, попробуем. Ага. Так. Наживочку мы сделали, эту рыбку мы продали, едем дальше. Уже 100 тысяч, отлично. Накопим, я думаю, без проблем. Сейчас опять по такой же схеме. Ракета плюс бомба. Ракета, бомба. Погнали. Ух ты, странно так получилось. Ну давайте, кто тут самый смелый? Кто тут любитель? О, кепочка еще одна. Так, а нам нужна алюмина. Бэмс. Тихо. Блин. Куда ты плывешь-то? Эх, ничего у меня тут не получится. Придется вот эту взять. Она дорого стоит, поэтому вот я решил. Не пробиться там оказалось, не пробиться. Да, вот 11 тысяч, отлично. 15 уровень. Эх, я ее упустил. Какого ж лешего. Но зато уровень получили. Так. Зараза такая. Здесь сюда. Так, ну давайте пробовать еще раз. Даже не знаю. По идее... А, стоп, я уже могу посмотреть по каталогу люмину эту. Я ее... Да, вот она, люмина. Вот она экзотическая рыбка. И как раз вот мы ее со дна пытались достать. Но у нас не получилось из-за того, что ее грызанули. Надо теперь подумать, как вообще их вызволять таких. Цомик нам нафиг не нужен. Мы уже выяснили, что он ничего не стоит. Есть только вот по квесту. Так. Так. Блин. Это плохо. Это плохо, потому что и сейчас... Ух ты! Это кто был-то так? Блин, не видно ни хрена. Вот он. Так, давайте здесь подождем. Наверняка наверх поплывет. Блин, вы видели там этот плавник? Слушайте, а давайте... О-о-о! Бегом. Аккуратненько.
Мимо всех этих гадин. Аккуратненько. Да я не верю своему счастью. Я ее вытащил. Есть. Так, я, пожалуй, не буду скидывать ее в лодку. Слушайте, а вы видели там здоровую эту рыбу? Давайте ее ловить. Новый квест. Лео Фиш. Поймать Лео Фиш. Давайте смотреть, что это за Лео Фиш такая. Тут я всех поймал, видите, да? 20%, между прочим, вот по большим рыбам 20% я. По огромным всего лишь 14 рыб я выполнил. 14%, то есть там еще есть. Тут вот Лео Фиш. Лео Фиш, Лео Фиш. А что это такая экзотическая рыбка? Я таких не видел. Ну да, я таких не видел. Будем... Ну, она в глубине где-то, она, в общем-то, сидит. Ладно, сейчас мы будем выяснять, где. К тому же, там у нас появилась цель. Вы видели, там здоровенная какая-то рыба была. Очень хочу ее попытаться поймать. Примерно понял, где она сидит. Мы сейчас возьмем крюк. Сейчас возьмем ракету. И будем ловить ту... Ух ты! Видели, как она вверх-то подпрыгнула? Так, ракету возьмем. Не сюда. Крюк. Ну-ка. Вперед. Ну-ка, давай-ка. Может, вот это Лео была, вот это Лео Фиш? Так. На дно. Конечно, тут ничего не видно. Еле-еле. Вот она. Это акула, это здоровенная где-то плавает. Сейчас, ребята. К сожалению, тут я вам никак не могу показать, что тут происходит. Но она просто невероятная здесь. Здоровенная. Ну и пока я не вижу, как бы ее... Может быть, чуть-чуть не хватает. А, подождите, это вот глаза, что ли, у нее? Что-то я не понял эту рыбу. Вот эта вот рыбка, вот эта вот, которая вот здесь вот тоже плавала только что. Это, по идее, ее глаз. Вот она. Смотрите, вот она, здоровенная такая. Ну-ка. Давайте что-то пытаться как-то дальше. В общем, не достаю я до нее, к сожалению. Пока больше других нету. Опа. Опа. И вот до этого я не достаю. Так, а что же нам делать тогда, а? Как же нам тогда на глубину новую попасть? Непонятно. Ну, давайте дальше посмотрим, что еще здесь есть. Ладно, толку здесь никакого нету. Давайте выбираться. Ни хрена тут не видно. Может быть, какой-то новый скилл есть, который нам в этом поможет, да, чтобы осветить все это. Может быть, карта какая-то тоже. Нам нужно... Ничего не вижу. Очень странно. Это я на какой же глубине-то был? Блин, ничего не понял. Уху. Кстати, вот смотрите. Лео Фиш и Брамбл. Второй квест дали. Интересненько. Я могу теперь, смотрите, мини-мэп, мини-карту открыть. Отлично, открываем. Где ее можно посмотреть? Где моя мини-мэп? А? Мини-мэп disable. Ага, наверное, когда я... Ага, вот так вот. Когда я кидаю наживочку, сама карта автоматически включается. Так, значит, я туда попасть не могу. Значит, мне что нужно, получается? Давайте мы тогда не на лодку накопим, а мы накопим на новую удочку. 180 тысяч. Все, давайте этим тогда и будем заниматься. Нужно 180 тысяч. Сейчас будем ловить все подряд. Если это дадут нам сделать. Так, иди сюда. И ты иди сюда. Оп. И ты иди сюда. Негодяйство, а. Сейчас коровку вот эту заберем.
Так. Да ладно, что ты такая медлительная-то, а? Ну, такой быть. О, отлично. За 7000 товарища прицепили. Так. Пока вроде... Ну что ж ты медлительная такая? И ты ж ничего еще и не стоишь наверняка. Ну да, 2000 всего. Калина, эх. Грызанули ее немножечко. Так бы она дороже стоила. А Nightfall открыт. Nightfall открыт. Что это за Nightfall? Интересно. Интересненько и непонятненько. Так, сдаем рыбу 11000. Осталось немного. Всего каких-то 60. Ну, если каждую рыбку с глубины доставать, а мы так делать сейчас и будем, то всего-то 6 рыб надо. Ну, таких вот, да, крупненьких каких-то. Сейчас я это постараюсь сделать. Так, ракета. Ну, что такое? Опять их много, смотрите, сколько развелось. Так, еще раз пробуем. Нужно хотя бы по 10 тысяч. Ну, вот такие здоровые рыбки были. Окуня такие, окунята гигантские. Ну-ка, давайте-ка. И, ну, давайте хотя бы вот эту посмотрим. Ну, конечно же. Домик. Кто бы сомневался. Заодно посмотрим, по квесту ли вот эта рыбка. Леофиш. По-моему, да. По-моему, по квесту. Ну-ка. Каталог. Нам же... А, подождите-ка, вот. Леофиш, да. Нам вот ее и надо было достать. Ну, только не грызаную, конечно. Ну, давай-ка. Так, где-то здесь... Вроде как желтая. О, смотрите, а на мини-карте-то видно? Рыбку-то. Видно-видно. Отлично. И большую, и маленькую, и вообще все. Можно, по крайней мере, уже, да, загодя там смотреть. Стараться как-то обмануть ее. Ну, блин. Так, иди сюда. Ну-ка, сейчас мы... Морскую царицу-то поймаем, нет? Золотую рыбку. О, не, в эту клоаку бесполезно кидать. Поехали. Хотя давайте, нет, давайте отсюда начнем. Те тоже вот быстрые рыбки, они, в принципе, тоже сгодятся. Ну да, сейчас, конечно же, отгрызут тут половину по дороге. А мы ее тоже закинем. Ну тебя нафиг. Давайте-ка. Так, попалась. Ну, я не помню, сколько стоит, но вроде как неплохо должна стоить. Вот еще желтенькую уту надо поймать. Вот она 5000 стоит, точно. Это я помню. Ну да, так себе, да? Это лучше их не ловить. Ничего хорошего. Так, 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 так. Ага. Ну да, с мини-карты поинтереснее стало. Теперь понятно, кто где там плавает. Только что ж здесь, блин, так перекинул я. Так сказать, только что ж здесь была вот рыбка желтая. Прям рядом пробросил, не взяла. И опять не взяла. Что это вообще такое?
Зараза, а? Ну, теперь-то точно возьмешь. Теперь точно. Ладно, поехали тогда в конец. Только там наше спасение. Там крупная рыбка есть. О, давай. Эй. Блин, ни одной не поймал. Вот черт, а. Ну, конечно, ты же на пути всегда. Ну-ка, давайте-ка, может быть, сейчас попробуем уцепить какую-нибудь из них. Да вот же вы, ну, есть. И скорей. Не-не-не-не-не, надо. Ну что ты делаешь? Тут же куча хищников. Отлично. О, за нее даже квест дали. 5000. Отлично. Так, теперь. Давайте-ка. Я поеду вот так и заодно сдам рыбу. Сейчас поймаем какую-нибудь маленькую. Уже поймали. Держи карман шире, да? Издеваться вздумали надо мной. Ну, есть. Так, 13 тысяч, отлично. Так, а сколько денег? 136. Ну, слушайте, немножко осталось, немножко. До нашей мечты на сегодняшний день. Так. Погнали. Да и 16 уровень уже почти он. На 2/3 закрыли. Все отлично. Так, ракета. Вперед. Давай-ка. Тут никаких проблем нету. Надо было красненького того. О, отлично. Окушок. Вот я про них говорил. Хорошая тема. Большая рыбка, дорогая рыбка. Вкусная рыбка. 9400. Минуточку. Это как это? Почему это 9400? Было же 11. Это я что получается? Шапку сменил? Получается, да, я шапку сменил, и все, и цена пропала хорошая. Блин, золотая рыбка, почему ты так глубоко ушла? Ну-ка, давай-ка, Калина, мы на тебе не проверим. О, золотая рыбка, давай, скорей. Что ты такая быстрая-то, а? Ну-ка, мы тебя сейчас подождем. Вон она. И все, и уплыла. А возвращаться кто будет? Вот, смотрите, возвращается. 5000. Ну да, 4400. Тоже тема очень неплоха. Будете сегодня клевать или нет, не пойму. Так, тут кого нам поймать? Ну вот ты, давай, ты. Есть. Вроде тоже они денег каких-то должны стоить. Да, 5000, вот сейчас мы их и надергаем. И ракеты использовать даже не надо. Ну, смотрите-ка, такую мы тоже не ловили ни разу. Сейчас посмотрим. А, скитер 1959. Такую, да. Так, стоять. Лодка полна рыбы. Идем все это дело сдавать. Так. Продать. 25 тысяч. Чуть-чуть осталось. Брамбл. Red Skitter. Это вот такая же, только красная. И Брамбл. А что за Брамбл? Так. Huge. Dark Large. Брамбл. Брамбл. Ага. О, какая экзотическая. 8500.
Я такой тоже не видел еще. Такой не ловили. Ну, все бывает в первый раз. Слушайте, а вот шапки-то, да. Чего? Не понял. Не понял. Странно. Я что, их продаю, что ли? Могу продавать? В общем, как-то странно все это получилось. Я немножко не понял. Ну ладно, поехали. Туда в конец. Попробуем кого-нибудь поймать. Так, эти нам не нужны товарищи. Смотри, они друг за другом гонялись. Ух ты. Как дернул, так дернуло. Прям резко так появилось. Блин, сколько стоило? Вообще ж нифига не стоило. Так. Тут вообще маленькая рыбка есть. Так, вот они маленькие. Но тут тоже не так просто забрать. Их охраняют. Давайте-ка вот эту сейчас. Цепанем. Поехали обратно. Так, ну и почти 16 левел, собственно, взяли. Тоже отлично. Тоже очень хорошо. Тут без вариантов. Пока этого товарища не выловим, ничего у нас не получится. Давайте ракету я использую. Попробуем по дну пройтись. Пониже. Ну-ка. Ну зачем ты это делаешь? Зачем тебе это все вообще нужно? Золотая рыбка. Не достанешь. Ну да, так, есть. Мы получили уровень, у нас какие-то апгрейды для удочек уже появились новые. Но в этой серии использовать их уже не будем. Вот красненького давай. Ну или ты хотя бы. Тоже 5000 на дороге не валяются. Пока мы возьмем новую удочку, а потом я переведу все вот эти вот апгрейды, которые новые появились, да, и уже в следующей серии будем с ними ловить. Так. Есть. Ну и давайте здесь ее закинем, посмотрим сейчас. Ну, что такое? На большом очень расстоянии чувствует наживочку. Ну, зато сейчас там никого вроде нету. Да, сейчас мы вниз проедемся. Едем. Вниз. Вот это хорошо. Вот прям на тебя мы и попали. Акула. Еще одна акула. 64 тысячи она стоит. Блин, хочу поймать. О, вот эту нам рыбку вроде надо поймать же. Блин, ты серьезно? Ты куда тянешь-то, а? Вот эту рыбку надо поймать. Слушайте, я уверен, что там где-то должна быть какая-то светящаяся наживка или что-то в этом роде. Потому что, ну, ничего не видно. Да, 11 тысяч, отлично. Сейчас и удочку новую-то и приобретем. Оп, 70. А сколько у нас удочка стоит? Ага, 80, еще чуть-чуть. Там, получается, на той удочке будет больше слотов, по идее, для апгрейдов, да. Значит, у нас будет больше возможностей для маневра. Давай уже, не сопротивляйся. Опять отреспаунились. Вытащить могу, но еле-еле прям. Вот на последнем издыхании уже леска. Такая сильная эта рыба. Так, ну что тут? Новый сомик какой-то появился на горизонте.
ну-ка, давайте попробуем. Может, он здесь? Во-во-во, эх, спугнули, видели, да? Пугливый очень, он оказался и убежал сразу же. Да, а тебя так просто все равно не вытащить. Ради 7-то тысяч долларов. Есть, 7200. Главное, чтобы он меня на этой лодке не сожрал, так его кинул прямо рядом с собой. Слушайте, а вот там красненькая рыбка была, она нам нужна, между прочим. Вот здесь была только что. Вон они, две плавают. Вот, 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 вот. Эх, дрянь. Нам красненькая вот эта нужна. Красненькая, стой! Стой! Я. Не случилось, в общем-то. Чудо не случилось, к сожалению. Зато вот пятюню набрали еще. Так, ну что тогда? Смотрите, сейчас вот я еще чуть-чуть здесь половлю. Заберем сейчас вон эту калину. Нужно будет еще нам какая-то денежка нужна будет для того, чтобы апгрейды вот эти все сделать, да, на новую удочку. Конечно же, потому что удочка новая стоит 180 тысяч. Калина не хочет идти. Неудобное здесь место. Из-за вот этих вот, да, негодяев. Сейчас мы здесь их поймаем. И на дно поедем опять. Икс. Давай-ка, ловись, рыбка. Ловись, рыбка, дорогая, и еще дороже. Так, опять мы идем на глубину. Ну, давайте я на глубину не пойду, потому что там и так... Опа! Блин! Акула съела. Акула. Акула съела. Слушайте, а может акулу поймать, а? 54 тысячи. Это бы решило все мои проблемы. Финансовые. Так в банк нужно прийти. Дайте мне 100 тысяч долларов. Они скажут, зачем? И финансовый план. Сейчас вот акулу ловить буду. Так. Давайте пробовать. Поймать акулу. Так, давай-давай. На дно аккуратненько иди. Только не на само дно, а вот где-то здесь. Она была где-то здесь. Вот она. В чем прикол? Я же все сделал как надо. Только 5000 профукал, блин. Я не понял. Да нет, все правильно. Большая наживка, плюс еще вот этот крючочек. За 5000, и она все равно... Да ну... Расстроили меня. Негодяи. Так, золотая рыбка не нужна. О, ты мне нужна. Вот так вот. На 11 тысяч. Губки бантиком. Так, поехали. Так, 95 тысяч, отлично. Ну давайте еще чуть-чуть сейчас наворуем тут рыбки. Так, 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 так. Ну, блин, ладно. Сама виновата. Да, он 3400. Вот эта шапочка очень хорошая. На 40% все-таки она дает больше денег за рыбу. Так что это очень даже хорошо. Так, вот эту надо поймать.
и на дно. И на дно. Так. Вот это нам не нужно, это нам не надо, это там. Да что ж ты? Противная какая рыба оказалась, а? Нет, 2800 тоже нам не надо, мало. Давай-ка ниже спускаемся. Да, мини-карта с целая прям находка, хорошая находочка. Что ж такое-то? Так, ну что, кого нам еще поймать? Да подороже. Да подороже. Вот этих, да, давай. Не, не хочешь. Опять сейчас на какую-нибудь акулу нарвусь. Конечно же. Нет, 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 нет. Слабак. Не догнала вообще на наживку мою. Мы рад. О! О, нифига себе, какая рыба. О-хо-хо, гигантская какая была. Но у меня на нее, к сожалению, ничего нет. Думаю, там якорь нужен. Ну-ка, давайте-ка якорь возьмем. А чё, нет-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Якорь. И вот так. Действительно, сейчас мы ее поймаем. Не достаю, да, до нее? Да, к сожалению, я до нее не достал. Так, ну хорошо, акула. Вторая попытка поймать акулу. Ну-ка, давай-ка. Вот она. Есть. Прям под конец серии акулу на 64 тысячи. Давай-ка. Все, все, ты моя. Давай наверх. Наверх давай. Чудесно. То есть смотрите, что нужно было сделать. Это нужно было мне поймать рыбку на тот крючок, на ту приманку. И только потом акула эту рыбку съест. Вот оно как действует. Ну, теперь буду знать. Ну, мы с тобой пободаемся. Я тебя упускать не имею права. Нам денежка нужна это. Как раз с помощью этих денег я и проапгрейжу удочку. Но это будет уже в следующей серии. Так, ну долго мы плавать будем с тобой, долго. Аккуратненько. Так, 64 тысячи, вот как надо. Ловите рыбу. Срочно ее сдать. Отлично. Ребят, ну давайте на этом закончим серию. Если понравилась она вам, ставьте лайк. В следующей серии я куплю удочку, мы проапгрейдим эту удочку. И будем заново ловить какую-то крупную интересную рыбку. Всем пока!